Привет, мамуль. Да, ну, в принципе, могу. Дань, пойди сюда. Мне хорошо бы было, если бы вот до начала учебы вот объяснили вот эти электронные адресы. Это, в принципе, очень легко. У дяди Саши, вы же учили, наверное, химию? Ну, учил, наверное, хорошо, химию. Да. Химию он да. знает. Нет, как, просто... Как мышки делать, понимаешь? Просто мышки... это повторяли у нас. Там рисуется такая пирамидка буквально с квадратиками. В каждой пирамидке электрон, а линии пирамид, они обозначены буквами П, С, это вот эти уровни. Не надо меня снимать! Я сначала это не понимал в первых классах, когда мы химию начали, а потом разобрался. Ну и чего? Где это выучить-то? Вот, у Косырмана ехать. Плечи знаю. С Косырманом переписывать, знать его электронный адрес. Ну давай, постоим, все. У тебя что, фотография? Ну, что ты закрываешь? А, да, пожалуйста. Иди сюда. Санта-Клаус. Санта-Клаус. А что, у него... Нет, отчепи. Отчепили. Так, все, мы поехали. Мам, давай. Продуктивно очень приятно. Ты можешь ему на словах-то объяснить? Да, ну могу. Про этот электронный адрес. Можешь, завтра нормально. Можешь? Я думаю, что да. Давай. А ты встань, вообще поехали. Ну все, мамуль, не грусти. Вахту принял, вахту сдал. Чатки пальцев. Ну давай. Мам, ну все, давай, завтра зазвонюсь. Все, на паспорте. Все, мамуль, пока. Ай? Ай? Я даже не надо бесконечные эти прощания. Да, конечно. Все, поехали, мамуль. Правильно. Все, пока.